А теперь предлагаем посмотреть, как прошел Татьянин день в Елабуге. Подробнее в нашем сюжете от наших коллег. На площади Ленина состоялся праздник российского студенчества. Традиционно Татьянин день собрал самых активных представителей учебных заведений Елабуги. Горячая медовуха и вкусные блины, интерактивные площадки и добрые пожелания руководителей района и вузов придали празднику особую атмосферу. Поздравляю с замечательным праздником. Ребята, пронесите через все студенческие годы возможность совершать поступки. Проявите настойчивость. Становитесь лучшими каждый день. И почаще смотрите в небо, там звезды, а это значит к счастью. С праздником вас! Почетные гости вновь смогли окунуться в студенчество и сдали экзамены по логике, танцам и литературе. А для студентов были организованы концертная программа и интересные конкурсы. Одним из самых приятных моментов стало награждение лучших студентов учебных заведений города. Это день для студенчества. Это, конечно, незабываемый праздник, потому что студенческие годы – это годы молодости, это годы задора, в общем-то. И поэтому я очень рад, что участвую в этом празднике. Ребятам, которые сейчас на экзамене, желаю хорошей сдачи, отличной сдачи. Тем, кто уже сдал, хорошо отдохнуть, классных каникул, веселых каникул и всего самого классного. С Днем студента! Я всех студентов колледжа, университета поздравляю с нашим праздником. Желаю, чтобы все зачеты и экзамены сдавались только на хорошо и отлично, чтобы всегда у них было хорошее настроение и чтобы, конечно, были все здоровы и счастливы. Диана Григорьева, Денис Сипайлов, Радик Загидуллин, Универньюз.